30 апреля, в 20 часов 55 минут вооруженные силы Армении с позиции на государственной границе в поселке Юхары-Шорджи Басаркичарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зейлик Кяльбаджарского района. Как сообщили Ахар-АС в Минобороны, нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная. Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями.